Работу финансовой системы в текущих экономических условиях Владимир Путин обсудил с главой Минфина Антоном Силуановым, руководителем Центробанка Эльвирой Набиуллиной и помощником президента Андреем Белоусовым. Глава государства напомнил, что Центробанк по закону – это отдельное учреждение со своей компетенцией, но работать необходимо в координации с правительством. Отдельно обсудили тему Сбербанка, в отношении которого в последнее время звучали предложения о приватизации. Мы с вами собрались только для того, чтобы обменяться мнениями, посмотреть на перспективы развития ситуации с тем, чтобы работа была так или иначе скоординирована в общем плане. Центральный банк у нас главный акционер, основной акционер, ключевой, ведущего банка страны, Сбербанка. Хотел бы узнать мнение председателя Центрального банка по возможной приватизации части пакета акций Сбербанка. Я считаю, что приватизация части пакета акций Сбербанка, сейчас вопрос об этом преждевременно, потому что во многом доверие граждан, вкладчиков к банку основывается на том, что там есть контрольный пакет государства, контроль государства. Кстати, это показывает и наши социологические обследования, они показывают о том, что вот на данный момент нужно сохранить контрольный пакет Сбербанка в руках государства. Я с вами полностью согласен, во-первых. Во-вторых, даже в среднесрочной перспективе, мне кажется, мы к этому вопросу возвращаться не будем.